Пока дети играют в подвижные игры и отгадывают загадки, взрослые решают наболевшие проблемы. На встречу с жителями пришел депутат городской думы. Задать интересующий вопрос или предложить свою идею по благоустройству двора может каждый. Они сами к нам пришли, а это хорошо. Мы можем спросить их обо всем, рассказать о наболевшем, сказать, что нас интересует, что нам нужно здесь. Ну, в конце концов, и похвалиться, а что мы сделали. А сделали мы неплохо, правда же, дворы у нас хорошие сейчас и очень хорошо. Как наладить конструктивный диалог с управляющей компанией и что нужно сделать, чтобы организовать парковку? С такими вопросами люди обратились к депутату. Решать поставленные задачи будут совместно. И очень отрадно то, что люди включаются в эту историю. Да? В большинстве своем люди не остаются равнодушными. То есть вот эта тема, когда к нам должен кто-то прийти и что-то сделать, она немножко вот получает другой окрас. То есть люди понимают, что и от их участия, от их непосредственного работы в своем дворе, в своем районе, очень многое зависит. Иногда человек стесняется собственной вот активности, ему кажется, может быть, что это несовременно. А на самом деле, когда возникают вот такие праздники, фестивали, общение, уже и инициатива кажется, что она правильная, важная и уважаемая. Такие встречи с жителями в Ленинском районе Самары будут проходить до начала осени. Лариса Шлафаст, Максим Гусев, «События».